Городской общественный транспорт 31 декабря будет работать в режиме праздничного дня. Об этом сообщили в Союзе автотранспортников. 1 января автобусы начнут работу с 9 часов утра. Со 2 января по 9 включительно они будут курсировать по праздничному расписанию. Подробную информацию о работе городского транспорта можно получить в интернете через приложение GoToBus либо по телефонам справочной службы.